цена. Ни в коем случае не покупайте. Ну, мало ли что он заявил. Ничего, как миленький, еще сам проситься будет. Ладно, все, потом расскажу. Пока-пока-пока. Один пацан любил играть в компьютерные игры. Однажды на черном рынке к нему подошел парень во всем черном и предложил купить игру за 6,66. Ну, парень, конечно, обрадовался, что дешево, и взял. Бегом домой и играть. В этой игре нужно было убивать монстров. Он замочил первого, второго, третьего. Потом появился четвертый, лохматый и с длинными руками. А парень промахнулся. Утром его нашла мама у компьютера, задушенным. Ну, его, конечно, похоронили, а все диски и этот взял себе его друг. На следующее утро его тоже нашли мертвым, с тремя дырками. Он четвертого и пятого замочил, а шестой трехзубый. Увернулся, а диск попал к его двоюродной сестре. Она раньше клёво играла. Почему раньше? Так её тоже похоронили. Она кончала и пятого, и шестого, и седьмого. А восьмой-то с огнемётом был. Так вместо неё на столе только кучка пепла осталась. В общем, говорят, что от этой игры уже 79 пацанов и 47 девчонок погибло. А еще сказали, что это диск к нам привезли. И где он сейчас? Никто не знает. Мам! А можно я к бабушке в деревню поеду? Можно сегодня вечером? Можно, сынок, можно!